Ну, как хочешь. Запам'ятай, добре стріляє той, чий ствол говорить. Служба доверия. Здравствуйте. Хотите выговориться? Давайте. Я пока помолчу. Ну, щасти. Thank you.
Ну вы как дети прямо. Опять дырка. Будь здоров. Есть какие-то вопросы ко мне, наемник? Не пропадай надолго. Возможно, скоро нам понадобится твоя Черт, левша! Кто же это сделал?
Стоит обыскать ангар. Может, убийца оставил какой-то след. Дай пять, в смысле, руку. Сказал бы, кто месяц назад, ни за что не поверил. Эх, вот если бы всегда такая рука была. Если прикинуть, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар, ну, тоже бы все. Завязываюсь с зоной нахрен. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке, да с книжкой толковой. С чем пожаловал? Ёлы-палы. Ну надо же. Вчера Припять видел. Вот так вот, своими глазами. Сказал бы кто месяц назад, ни за что б не поверил. Врахуй.
Запам'ятай, добре стріляє той, чий ствол говорить, лише у справі. Надеюсь, у тебя все в порядке. Гранату!
Здорово, наемник. Как жизнь? Врахуй, проблеми. Thank you.
Хм, ну, как хочешь. Что-то ты бледный. Может, укольчик сделаем? Счастливо. Не болей. Как было. Придешь вечером, а баба домашнего на стол гадячего. Ну что ж, будут новости, заходи.
А? А? Что? Что тебе надо, женщина? Ты кто? Всякой мне и на прежнем месте. Вот так вот хватало. Чем пожаловал, наемник? Смотрите в оба. Они могут появиться в любую минуту. Может, и не будет никого, а только оружие. Проверьте на всякий пожарный. Видим врага. Готовимся к бою. У нас все готово. Ждем, когда скомандуешь. Нас засекли! Теперь будут танцы! Здесь! Я выделал одного! Всё, тебе хана! Граната! Береги! Можно передохнуть маленько.
Слушаю тебя. Слышишь, пацаны, это мы. Пацаны, вы поссать ушли или чё? Эй, я не понял, трубу вообще возьмут или как? Алло, пацаны, мы тут в непонятках, вы где вообще? Пацаны, блин, шифруются. Надо, короче, метнуться на место, позырить, чё там и как. Не хоботись, Бугор, всё, метнёмся. Ну как я его? Приложил гада. Завалил! Мужик, я тебя достану! Опа! Фигня, нас видят! Спасибо, наемник. Без тебя нам бы крышка. Вознаграждение мы тебе на нашей базе приготовим.
Ну вы как дети прямо. Опять дырка. Врахуй, проблему із залізом я вирішую легко. А от криві руки господарів зброї не виправляю. Буде ще яка проблема? Підходь. Добрим людям я завжди допоможу. Служба довіря. Здравствуйте. Хотите виговориться? Давайте. Я пока помолчу. Есть какие-то... До встречи. Прием, зверь! Это Миклуха, командир отряда «Свобода» на заставе. Загляни ко мне, есть дело на $1 000 000. Держи мои координаты.